Погибший молодой человек был обнаружен отдыхающими в местности полигон у железнодорожного моста. Они пришли на берег с ребенком покидать камни и обнаружили тело в воде. На место незамедлительно выехали водолазы поисково-спасательной службы. Тело было поднято, извлечено на берег. Местные жители его никто не знают по приметам, по одежде. Предположительно, что тело приплыло за Играевского района. В данном месте глубина реки Уда у берега 50 сантиметров, посредине течения не более метра. На теле погибшего не обнаружено признаков телесных повреждений. Молодой человек европейской внешности, волосы светлые, документов нет, татуировок нет. Одет в зеленую пятнистую футболку, черные брюки и черные кроссовки с белой подошвой. С начала года в пределах Улан-Удэ утонуло 2 человека. 5 спасены сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям Улан-Удэ. Другим событиям. Пожар когда, как долго? Слышь ты, убери камеру свою. Для чего у вас произошло-то? Эта женщина спасена на пожаре по улице Строителей, микрорайоне Левый берег. Прибывшие пожарные успели локализовать возгорание 4-квартирного дома, крыша которого уже была охвачена огнем. В настоящее время причина пожара устанавливается. Эвакуирована одна женщина. Но, как мы поняли, ничего она пояснить пока не может. Да, женщина находится в шоковом состоянии, подозрение на алкогольное опьянение. На месте пожара предполагалось, что его причиной мог стать тополиный пух, но очевидцы говорят о том, что некоторые жильцы злоупотребляют алкоголем, захламили двор и не следят за электропроводкой. Как вы предполагаете, что могло стать причиной? Мне кажется, причина проводка. Проводка, да, потому что угол был запечатлен, как от проводки отдаленные провода были. И все. И так я ничего больше не скажу. По всем фактам происшествия ведется расследование. Намсарай Намсараев, Бату Гармун. Новости дня.